Привет, Марина! Привет! Здравствуйте, и вы, наши дорогие любители бесплатных игрулек прямо в браузере. Сегодня у нас игра, которая называется Siege 2 Age of Gunpowder. Я в первую часть не играл, но в подобного рода игры... подобного рода игры для меня не в новинку, поэтому я думаю, что я разберусь, тем более я тут уже пару уровней поиграл, как видите, даже на золото. Я даже, знаешь, я думаю, что я начну прямо с самого начала, чтобы, так сказать, продемонстрировать. У нас первый уровень обучает. Задача заключается в том, что если в двух словах, за как можно меньшее количество действий произвести как можно больше разрушений. Вот, такова задача. Очень простая. Так, well done. 96% разрушения. Второй. Почти как Angry Birds. Да, да. Есть на самом деле подобные игры, которые, кстати говоря, были даже до Angry Birds, которых нужно стрелять как бы откуда-то сбоку, там, с катапульта или с чего-нибудь еще, да. Но здесь вот нужно стрелять как бы прям по фронту. Это тоже, на самом деле, достаточно популярный вариант. Здесь у нас есть вот такой вот монах, который является заложником, и мне нужно его как бы спасти. У меня спасательная миссия. То есть его нужно не тронуть, нужно уничтожить все. Ах ты, все кроме него нужно уничтожить, так? Мне кажется, нужно просто нижнюю опору уничтожить, нет? Ну, вообще, это вариант, давай попробуем. Да, хорошо, хорошо. Ой, нет, монах, живи! Фу. Это было даже опасно, но монах выжил. Отлично. Next. И вот этот уровень я уже не проходил. Тут, мне кажется... А как тут за один выстрел-то жахнуть? Так, давай-ка подумаем-ка. Мне нужно, чтобы вот это все упало на бок. То есть мне нужно как бы уничтожить где-то здесь, наверное. Кажется, что я... Сделал недостаточно. А, слушай, подожди, вообще-то у меня внизу же монахи. Монахи должны выжить. Давай попробуем вот еще раз вот так сделать. Ну-ка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, монахи, живите. Готово, отлично. Я что-то даже сначала не обратил внимания на то, что там монахи, которые, собственно, должны всегда выживать. Фу, ну получилось неплохо. Так, есть ли заложники? Заложников нет. У меня один выстрел для того, чтобы сделать золото, и кажется, что лучший вариант это для начала пальнуть сюда. Кажется, это был не лучший вариант. Так. Мне кажется, какую-то боковую стеночку надо. Да, боковую стеночку, но нюанс в том, что вот эта стена металлическая, я ее не пробью. Поэтому нужно действовать как-то хитрее, но чтобы все нафиг завалилось с одного залпа. Давай попробуем пальнуть сюда. Окей, как будто вообще ничего не произошло. Так. А может нижнюю стеночку? Вот нижнюю вот эту, да, например? Давай попробуем. Например. Угу. Ну, видишь, как видишь, этого недостаточно. Можно лучше, можно лучше. Так, как лучше, если ниже в нее? Нет, слушай, ну половину вот, все равно не задевает. Вот это. На самом деле я не удивлюсь, если чтобы как бы сделать золото, нужно дождаться появления каких-нибудь других снарядов у меня в ассортименте. Но а что, если, например, шваркнуть вот сюда? Да ничего не будет. Да, ничего не будет, конечно же. Так, а сюда? Тут, как бы, понимаешь, естественное испытание очень важно. Так, но опять-таки, это недостаточный уровень разрушения. Так, металлическую стенку я точно не пробиваю. Ну, как сказать? В принципе, я ее как бы подбил. А если вот ключевое место кладки, вот куда-нибудь вот сюда. Вот эта балка просто мне реально все портит, ты знаешь? Вот реально все портит. Еще и вот этот. Вот этот сволочь выживает. Так, ну ладно, короче, в два выстрела пройдем этот уровень, чтобы, собственно, все дело не затягивать. Так, ага, я еще в два не пройду, потому что вот этого не убью. Вот ведь сволочизм какой. Да пошел ты прямой наводкой тебя вообще. Что? Нет, видимо, нужно, чтобы на него что-то упало. Именно. No more shots available. Replay. Так. Блин, ну очевидно, мне нужно заваливать вот в эту сторону.
Вот как бы, чтобы заваливалось в эту сторону. Но как это сделать, я не совсем понимаю. Что это вообще произошло? Я выбил просто заднюю стенку, да. Так, есть контакт, смотри-ка ты. Ну, в два выстрела, и все, и пофигу. Хотя, подожди, вот сейчас вот хороший вариантик был. Ну-ка, ну-ка. Кажется, я что-то нащупал. Блин, ну вот... Так, я должен попробовать. Я, черт побери, должен попробовать, Марина. Так, а что если... Так ты уже пробовал так. Так, да не так. Ну не, лучше, конечно, не получится у меня, по крайней мере, прямо сейчас, поэтому просто брутфорсом в два выстрела на серебро. Ребят, расскажите, как на золото фигануть, если кто-то будет играть. Это очень, на самом деле, интересно, потому что перфекционист во мне сейчас, вот прямо сейчас плачет просто. Так, 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 кажется, что нужно сделать... Ну, очевидно, надо ломать вот эту штуку. Бомбочка. И доминошки. Да. Отлично. Так, интересно, а пушки стреляют или нет? Так, тут, я думаю, надо ломать на центральную бок. Опору. Центральную опору, причем на бок. Так ты чё ж в стену-то тогда стрельнул? Думаешь, вот прям сюда или куда? Вот сюда? Ну, сюда? Я бы куда-нибудь сюда, да, посередке. Давай попытаемся. Нет, ну вот между блоками. Между блоками? Здесь? Да, вот куда-нибудь сюда. Кажется, что камень не пробьем, но давай попытаемся. Думаешь? Ну, сейчас попытаемся. Ну да, вот этот окей. На бок завалился маленько. Так. Пошатнуло его. Давай, знаешь, как попытаемся? Вот сюда же. Угу. Ну, эпично. Неплохо, но сундучок нам не покорился, обрати внимание. Да ну и фиг с ним. Ну, кстати, интересно, потому что сундучки как бы... Могу ли я что-то за эти сундучки покупать? Вот что интересно. Так, что теперь надо сделать? Ну, надо подумать. Кажется, что мне нужно пальнуть вот сюда. Да. Ой, вот обожаю. Это цепная вот обожаю реакция. Такие механизмы. Честное слово, прям вот когда вот такие вот механизмы, я прям обожаю. Так, о, а что-то многообещающее, посмотри. Ох, эта штука очень многообещающая. Так, куда бы пальнуть? Кажется, в пушку, нет? Вот мне тоже кажется, надо в пушку. Ну, таргет, ну сюда что ли? Ой. Нет. Кажется, это было неверное решение. Так, а если сюда? А если кажется... вот в опору, которая держит пилу? Ну, в смысле, я, вот да, диагонально. Я, кстати, тоже об этом думал. Вот сюда жахнуть. Ну, давай пытаемся. Вот это да. Ну, кажется, неплохо. Хотя пушка не выстрелила. Я думаю, она здесь, знаешь, так специально для привлечения, для отвлечения внимания. Угу. Так. Это как будто бы корабли. Да, это как будто бы корабли, причем тут еще должен быть выживший. Варварская баба должна выжить. А еще вон там, смотри, там на том корабле еще должен выжить. Черт, женщины. Кажется, варварская баба не выжила. Я как-то слишком в ключевое место кладки бахнул. Если сюда бахну. Черт. Я должен был проверить. Так. Так смотри, тебе вот только тех верхних и вот тех, которые слева, нужно уничтожить. Ну вот это тоже непонятно. Она тоже должна... Ну да, она выглядит так, как будто должна выжить. То есть вот эта пушка не должна пальнуть, условно угу. говоря. Если так сделать... О! У меня два выстрела, кстати, на золото. Так, угу. Внимание, вопрос. Как мне сбить этих двух мужиков, но чтобы не умерла она? Попробуем сюда пальнуть. Ну нет, мне кажется, вот за опору, на которых было... у них это держится. Вот это вот? Вот да. Это, вот эту, точно, вот эту, точно, точно, точно. Так. Но сначала по уже отработанной схеме. И теперь вот эту опорину. Опа! Тихо, 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 тихо. Спасибо, Марина. Без тебя бы не справился. Так. Угу, угу, угу. Тут все очевидно. Подожди. Женщина должна выжить. Черт. Оп. Подожди, прилегла. Рано радуемся.
Так, значит, может быть, наоборот, нужно сделать вот так. Пум. Готово. Как это просто ковбой упал и помер. Ужас какой. Так, New Ammunition. Большая бомба уничтожает металл. Угу. Надо опробовать. Я думаю, что нужно жахнуть вот сюда. Прям под сюгуна. Ох. Оп. Финальный аккорд. Вот это да. А, да. А, красота. Так. Смотрим, смотрим. Ой, там женщина в ванне. А, точно. Ее нельзя ещё нельзя зашибить. То есть вот эта пушка не должна пальнуть. Но ни должна пальнуть случае. Вот эта пушка. Нет! Не в ту сторону же, ну ты что творишь? Я думал, что оно не так сработает. У меня была... В моих действиях была логика. Вау! Вот видишь, я знал, что так и произойдет. Так... Кажется... Подожди, я в раздумье. Ну, кажется, что вот это здесь ведь вот не просто так. Черт, кажется, что просто так. Все-таки. Так, ладно. Слушай, а может просто не надо выпендриваться, а? Вот так думаешь? Тихо! Да, просто не надо было выпендриваться. Так подожди, я что за один выстрел просто сделал? То, да. Что надо было за два? Это знаешь, как да. Я когда The Incredible Machine сыграл, и там были какие-то дико... Парочка таких уровней была. Я давным-давно в Team 2, что ли, я играл. И там была парочка таких уровней, на которых вот видишь, что что-то сложное задумано. Но просто подбираешь так местоположение всех этих фиговин, что у тебя получается что-то страшное, но оно работает, и ты проходишь уровень. Так, вот это должна выжить, а вот это должен... Мне кажется, правую опору надо бить. Правая, эти вот эти каменные вот блоки, они вообще разрушимые, здоровые вот эти вот ноги у него? Я думаю, что нет. Они выглядят неразрушимыми. Ну, ну а ладно. Может, а может сюда жахнуть просто? Ну попробуй. Что-то нет. Кажется, что это неэффективно. Так, кажется, ну давай стену металлическую. Надо все-таки, да, да, металлическую. Тихо. Ну тот-то выжил еще. А не должен был. Черт побери. Рестарт. Окей. Так, а если. А если. Бабу зашиб. Бабу-то зашибли. Стой, если вот сюда, наоборот. От противного. Ну только вот как. Че он выживает-то? Так. А, черт, а! Вот блин. Чем я зашибло-то, я даже не обратил внимания. Каким-то обломком стены. Ой. Ой-ой. Кажется, что в этот раз даже больше обломков стены получилось. Так, ладно. Да. Ладно, аккуратненько, вот сюда сейчас. Да чтоб тебя! Откуда оно упало? Тихо. Но она выжила. Да, она выжила. Просто прилегла отдохнуть, все нормально. Просто устала. Так. О, это еще что за тачка на прокачку? Так. Слушай, я даже не знаю. Нифига себе. Я ничего не делал же. Как это случилось? А что, так можно было? Подожди, а может вот так вот сейчас? Блин. Нет, мне кажется, она должна как-то наклониться, как горкой, чтобы... Окей. Все готово. Или так. Вообще-то, я отломил кусок, как бы, и шрапнель его уничтожила просто врага. Так. Или вот так, так вот надо как бы использовать возможности. Такая металка ядер. Так. И мне нужно как-то... А, так вот эту штуку нужно просто освободить. И начнется замес. Крутота.
Чертов ковбой, ты посмотри. О, а нет, норм. Ну, как? Кажется, что это глюк какой-то, черт возьми. Блин, это чертов глюк. Так, дубль 2. Уничтожить ковбою. Да какого? Нет, ну серьезно. Он опять невредим остался. Да реально. Мне кажется, сначала нужно... Блин, а как его уничтожить, вообще непонятно. Так, сюда можно пальнуть куда-нибудь? Да разрушь там стенку, чтобы на бочку упало что-нибудь, нет? Ну нет, не ну то. Ладно. Вот это, да. Пониже. Да блин, ну нижнюю стенку спрятать. А, это... В смысле, вот эту, что ли? Да. Ничего не упадет. Здрасте, не упадет. Окей, справедливо. Так, а теперь нужно в ковбоя накидывать. Ну ё-моё, ну давай попытаемся. Ай, спасибо, Марина, что подсказала. А ты хороша, оказывается, в осаде замков. В разрушениях. Да. Че, последний уровень? Да. Так. Ты убил всех тех, кто должен был выжить. Я ничего не сделал. Подожди, наблюдаем. Наблюдаем за происходящим. То есть пока эта штука не доехала, мне нужно произвести... Кстати, вот еще один выживший, который должен выжить, должен есть здесь. Привязанная к канатам, к стене. Да как же... Так. Гудшот. Так, а вот тут, короче, надо осторожно. Да, попробую эту. Нормочка. Отлично. Бриллиант. Ну, а уровень 18, слушай, нифига себе, прям прошли дофига уровней за раз, и хорошо идет, ты знаешь, хорошо идет, мне прям нравится. Если вас, ребята, эта игра заинтересовала, напомню, Сиджер 2, то проходите в описании к видеоролику, там есть ссылка прямо на страницу данной игры, сможете поиграть, поделиться своими впечатлениями и рассказать мне, как же пройти тот уровень-то, блин, не на серебро, а на золото. Обязательно расскажите мне, потому что я спать спокойно не смогу, пока мне не расскажете. Как тебе, Марина, игрушка? Ну, забавная такая. Да, вот мне лично нравится такая фигня иногда. Я прям... Обычно они как-то быстро становятся очень сложными, или я просто давно не играл, но вот это прям прикольно, мне понравилось. Огромное всем спасибо, ребята, и пока. Пока.